Вопрос, который обсуждался с главой государства, это, конечно, патриотическое воспитание. Предложил главе государства создать республиканский центр патриотического воспитания молодежи под эгидой вооруженных сил на базе Брестской крепости. Глава государства это предложение поддержал, поэтому мы сейчас приступим к его детальной проработке. Я думаю, в ближайшее время, в следующем году, у нас появится вот такой вот центр, где мы будем заниматься нашей молодежью.